дотопали до парка принцессы Салма. Салма, принцесса парк. Посмотрим, что там за парк. Похоже, он небольшой. Такие вот вас встречают здесь ворота. И пойдемте посмотрим, что там внутри. Я надеюсь, там много тенечка, потому что реально очень жарко. Очень хочется в тенечек и постоянно хочется пить. Здесь такая территория, просто беседочки, деревья, столики. Ну да, и тенечек немножечко есть. Совершенно небольшая территория, особо тут ничего нет. Гуляют кошки, как и везде в Иордании. В общем, такое место, если просто посидеть на столиках, лавочках и, я не знаю, покушать там что-нибудь, бутерброд съесть, отдохнуть. Вот в центре парка есть вот такая вот композиция, похоже на фонтан, но он не работает. По вечерам, возможно, здесь есть какая-то подсветка. Ну а в целом, в общем-то, ничего особенного этот парк из себя не представляет. Но там вот чуть повыше есть детские игровые площадки. По задумке это похоже на фонтан. Но что-то вот никак. Как фонтан он себя не проявляет. Ну, там вот какие-то детские горки, качельки, карусельки. Такое, с ребенком прийти, отдохнуть. Вот мы вот в этом парке сейчас. Не знаю, кому нужно будет, но геометка, вот, пожалуйста. Ой. Вот такая вот геометка. Не знаю, что тут делать, но, может быть, вам захочется здесь побывать тоже. Аптека. Будешь покупать писать? Да нет, наверное, не буду. Говори, говори, говори. Ну, может, такое мне купить на руку штуку? Не знаю, как хочешь. Тебе зачем? Ну, на шею себе купить. Так сказать. Влиться. Hello? Thank you. You can make it like on my badge and Instagram. I have Instagram, YouTube and a lot of networks. Make it the direction in Instagram because this is the new shop. Only 2 months open. Yes? Yeah, I have here 3 bazaar in Akaba. Three shop. This is the bigger one. I have also small, you know, Alibaba, the restaurant Alibaba. No. Beside Alibaba, another one is small for my father. Ah, Alibaba Cafe. No, I saw. The restaurant. Restaurant, yeah, restaurant. Yeah. It's yours? Yeah, not from me. From your My shop is small. Ah, another near. Shop behind Alibaba. Ah, okay. Mm-hmm. Много также магазинов кальянных, где можно купить кальяны и всякие различные штуки к нему. Попугайчики.
только каталог у него. Дима заметил, что вот здесь, вот на дверях, вот такие вот коды в машинах. Похоже, чтобы можно было открыть по пин-коду машину. Нигде такого не видели, только здесь. Допускаем мысль, что это какой-нибудь кошеринг, чтобы можно было просто выдать. Хай! Всем хай! Такие приветливые. Ой, Стамбул Fashion. Турецкий магазин. Купили суперклей за 25 песо. В каком-то магазине канцелярском. А конверты по 50 были или по 15, не разобрала, что он сказал. 50? 50 и 15. Это, наверное, 50. Или 50 половинки. Половинка половинки, ну да, не разберешь. Уже у них три знака. Ну. Мы идем сейчас до Карфура, до магазина. Вот уже проходим вот эту площадь с фонтаном, который мы вчера проходили. Так интересно, сейчас переходили дорогу с людьми. Мужичок просто помахал автобусу с детьми. Да и неспешно пошел, а автобусик взял, остановился, подобрал его. Ну, возможно, там остановка, но не факт. Есть моллы, ну такие, непонятно, что мы внутрь не заходим. Dream Mall, вот, например, вот там вот. Идем вдоль какой-то стены, не знаю, что за стена, что там, Дим, посмотри, что за бортом, по ту сторону ограды. Это здание. Здание какое-то, да. И такая стена мощная. Губы сохнут. Ну, какая-то. Military Credit Fund. Стою. Что нужно делать? Может, Dream Mall вон туда, может, там Carrefour? А, не, вон надпись Carrefour впереди. Мы дошли до Carrefour. Колоритный такой магазинчик. Вот это вот Carrefour по-иордански. Сейчас водички там купим. Не знаю. Если там туалет. Есть. Нам попросили, нас попросили не снимать в магазине. В общем, мы сходили на 6320. Купили литровую бутылку Пепси, полуторалитровую бутылку Фанты или даже двухлитровую, полуторалитровую. 6 бутылочек безалкогольного пива со вкусом граната. И я нашла опять Ментос с шоколадным вкусом. У нас такие тоже не продают. В общем, очередной эксперимент с Ментосом. Здесь есть Ментосы тутти-фрутти вкус, альбузовый вкус. В общем, много тоже всяких вкусов. К сожалению, нету колы, которая мне нравилась в Китае. Но попробуем, что такое шоколадный Ментос. Стоил, кстати, Ментос на наши деньги что-то в районе 20 рублей. 240 песо. Ну все, теперь мы идем до аренды машины. Посмотрим, получится ли у нас сегодня арендовать. И уже поедем в Талабей. Надеюсь, на машинке. Забыла сказать, что мы еще купили 2 яблока, ну, импортных яблока. Какой-то там Golden Gala, что ли, как-то это такой сорт. И какой-то фрукт. Когда я спросила, что это, я так и не поняла, то ли это агава, то ли это гуава. В общем, какое-то такое название, пахнет очень вкусным кислым вкусом. Как он называется это по-русски? Мой любимый passion fruit, который, господи, не могу вспомнить. Скажи, Дима, маракуйя. Пахнет по вкусу маракуйя, не знаю, что за фруктик. Там они не очень хорошие кондиции, взяла одну попробовать. Пах очень ароматно. И вообще в Карфуре было очень много фруктов. Я не знаю, почему так ограниченно нас кормят у нас в отеле. Я постоянно на это жалуюсь. Аккуратно. Мешать.
наша. Ладно, что-то.